Фанатка Люся каждый день пытается пробраться к Виталию Козловскому. Но вход в подъезд охраняет консьержка, которая за каждую непрорвавшуюся фанатку получает по 100 гривен от звезды. Стоять! Куда? В 33-ю к Федоровым. Ага, помогать переезду. Да. Коля! Тут тебе помогать с переездом пришли. А я ее не знаю. Кто? Обманывать некрасиво. Опять Козловскому. Так, иди отсюда. Иди, чтобы я милицию только сейчас не вызвала на тебя. Давай, 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 бегом. Коля! А ты коробку забыл. Степановна, я ее вроде выносил только что. Ну, не знаю, не знаю. Забирай. Ладно. К утру буду в Ужгороде. Давай. Открытку пришлешь. Обязательно. И в дальний путь на долгие года. Девочки,